Маруся. Доброго эстонского утра вам всем. Мы находимся с мужем в Доме творчества. Кристина сейчас была на уроке музыки. Сейчас я вам покажу учительницу. Учительницу, которая еще учила моего мужа. Он ходил к ней на музыку. Теперь Кристина ходит к этой учительнице на музыке. Замечательный педагог, замечательный просто человек. Мы ее очень любим. Смотрите, какая она, как взяли новый какой-то этюд. Покажу вам сейчас. Мы заехали за Кристиной, где она занимается фортепиано. И вот учительница хочет показать, что они тут играют. Кристина побежала одеваться уже. Хочу показать, какой мы взяли пьесу. Чего тут делать? И такая как раз вот попалась пьеса, которая я уже с ней посмотрела. Мы посмотрели с ней. Она стаканом в правой руке. А это тема такая. Показала этюд. Кристина пока оделась. А мы-то чего? На урок-то прибежали. А мы же не слушать этюд прибежали. В город. На самом деле мы приехали для того, чтобы забрать Кристину и пойти в музей. Разве нам дома усидеть? Не. В общем, мы с вами опять в центре Таллина. За нашей спиной здесь этот вот Калевспа, в который мы с вами ходили. Здесь старый город недалеко, в общем. А сегодня хотим пойти в музей. А в какой? Вот дойдем, я вам расскажу. Мы опять в старом городе, идем на улицу Вене. Смотрите, какая здесь мостовая. Опять голубое небо, нам всегда везет с погодой. Или мы сначала погоду выбираем, потом выбираемся сами. Наверное, скорее так. Вот индийский ресторан. Индийский ресторан. У кого что? Справа индийский ресторан. Запахло вкусно. Запахло жареным. Чакра. Вот так вот. А вот тут вот сейчас мы выйдем на улицу Вене. Ага. Вот это вот, или как она? Вене, кажется. Слева, значит, будет церковь. Никольская. Никольская. Там, да, где мы венчались. Да, мы венчались в церкви. А вот справа шахматный клуб. Я в детстве. Вон там, вот видишь, вот справа, видишь? Вижу. Там, это Пауль Керес. Да, имени Пауля Кереса, знаменитый эстонский шахматист еще в советское время. Вот клуб имени Пауля Кереса, шахматный клуб. Я там занимался в детстве. Ага, Кристине расскажи. Отец меня учил играть в шахмат, я занимался там. А это Никольская. А это Никольская церковь, мы здесь венчались. Все, все, потащил Кристину показывать шахматный клуб. Его папа сюда водил в детстве заниматься в шахматный клуб. И Никольскую церковь вам сейчас... Вот она, небольшая, такая милая. Муж хочет зайти, показать Кристине шахматный клуб, открыт он или нет. О, еще и открыто. Так.
Ну ты определись уже. Да. В котором я играл. Тут были турниры шахматные. А здесь, ну, конечно, все по-другому здесь, конечно, сделано. Ну, понятно, это короче. Вот видишь, смотри, дети занимаются шахматами. Ага, гардероб. Шахматный клуб. Ты хочешь тут? Надо учиться. Кристина захотела. Ну вот мы продолжаем. Муж вспомнил молодость. Кристина загорелась шахматным клубом. Что-то говорят уже про тренера. А это Никольская церковь. И мы с вами идем в музей. Музей называется Линнамуусиум. Городской музей. Таллинский городской музей. Хотелось бы сегодня его посетить. Что из этого выйдет, я не знаю. Людей сегодня много. Ну, как много. Мне после пандемии постоянно гулять вот по старому городу нравится, потому что все время люди. Как раньше вот было. Теперь кажется, что много, потому что в пандемии здесь не было никого. А старым Таллином разве можно налюбоваться? Мы жители, я вообще здесь родилась, в этом Таллине. Все равно могу каждый раз смотреть заново все. А, вот он. Вот мы и пришли и уткнулись, так сказать, носом. Таллинский городской музей. Идемте. Народу много. И что здесь такое интересное? Давайте оставим вещи. Вот здесь в гардеробе вот так вот просто оставляются вещи без номерков, без всего. И поверьте мне, все будет в целости, сохранности. Тут уже очаг. Так, здесь первая комната, первый зал, как бы. И здесь макет. Макет старого Таллина. Здесь есть информация на трех языках, на эстонском, на русском и на английском. Средневековый подвал, пока закрыт, но там подвал. А мы не будем с вами вдаваться уж в такую здесь как бы историю, да? Ну, картина, кстати, очень красивая, старинного Таллина. И посуда. Я просто хочу вам показать, как это, грубо говоря, выглядит вообще у нас, в каком это формате все. Видите, здесь по годам все, на стенах года. Есть интерактивные экраны, на которых изображение, и вам все расскажут. Живая картина, которая вам все расскажет, видите? Люди сидят и слушают. Очень все, так сказать, красиво, удобно, уютно. И начиная с 13 века здесь идет история. Комплект из цитринового стекла, стекольная фабрика, 1938 год. Разные тарелочки, посуда здесь, кожаные кошельки. Вы знаете, что Эстония очень славится вот этими кожаными вещами, кожаные портмоне, закладки. То у нас такие вещи у дедушки, у мамы есть, я знаю, вот такие закладки кожаные, мне знакомы с детства в книгах, в блокнотиках вот такие были, очень знакомые вещи. Таллин, 80-й год. Здесь была Олимпиада в 1980 году. Очень много знакомых вещей. Такой фонарь у нас был, лампа. И вот этот макет, он оказался и интерактивный в 1825 году. Поэтому, если что-то кажется, что здесь чего-то не хватает или не совпадает, просто год-то, 1825 год, да. Замок Томпия. Ну-ка нажимай, Кристина, на замок Томпия. Где замок? Чу-чу-чу.
Вон он там загорается, замок Томпе. Томкирик. Ага. Здесь можно пощупать этот очаг, Кристине интересно, конечно. И дрова, и здесь можно все потрогать. А мы с вами поднимаемся на второй этаж. Здесь на первом, я покажу вам сверху, остается сувенирная лавка. Здесь можно купить кружки, футболки, ручки, флажки, там все на память. А мы по деревянной лестнице, старинной, я думаю. Поднимаемся на второй, даже тут вроде третий этаж есть. Потолки какие. И заходим сюда. Здесь какое старинное судно. Очень интересно сделано все. Так близко пощупать и посмотреть можно. Да, даже парус можно пощупать. Здесь вот описывается, что раньше в таллинских портах было вот во всех этих бочках и в этих тюках. Взяли всякие специи, селедку, и воск, и кожа, и мед, и мясо, и чего только не было. Корабли. Расписные-то какие красивые. И здесь крик чаек слышен. А Таллин раньше назывался Ревель, если кто не знал. Ревель. Да, здорово, конечно. Прикоснуться к истории здорово. Всякие осколки, да, начиная с 11 века, 11-13 век, под стеклом вот такая дверь, там всякая посуда, элементы, до 21 века, на каждый век по полочке. Ах, вот он, где стоит самый оригинальный, да, самый первый, Ванна Томас. Помнишь, мы с тобой изучали, что есть как бы отец? И потом еще одна. Сейчас наверху находится сын, их как бы два. Вот это отец и есть, наверное. Да, это самый, самый, наверное, старинный и есть. Тот самый, который находится на шпиле ратуши. Вот их два. Это, наверное, первый. Знаменитый Ванна Томас охраняет наш Таллин. Ванна Томас. Дальше мы попадаем с вами в такой зал, где за стеклом тоже находятся вот эти всякие вещи, элементы тех времен. Ну, в общем, городской музей, все, что касается старины города в те времена. Музей довольно большой. И вот так интересно здесь все обустроено. Всякие сундуки, ларчики. Интересно. Каменные стены, рыцари, сундуки. Здесь как интересно. Здесь как интересно. Здание прямо. Узнаете здание старого города? А мы можем посмотреть какой-нибудь, что было внутри. Прямо как кукольный домик сделан. Черепичная крыша, бочонки наверху. Сундуки. И как было на первом этаже.
Похож на ресторан Old Hansa сейчас, правда? Похож. Здорово сделано. Как будто натуральное все. Просто уменьшенное. В размерах. Еще один зал с посудой, с картинами. Ой, какие картины. Секретер. Александр II. Николай II. Портреты. Боже мой, так соскучилась по музеям. Только сейчас поняла, как я по ним соскучилась. Шведский король Йохан III. Шведская королева. Шведская королева Кристина. Какие блюда? Ну, здесь и представлять ничего, никого не надо. Здесь вы все и всех узнали сразу. Екатерина какая здесь. Красавица такая властная. Папа пока историю расскажет. А здесь ступеньки, ведущие куда-то, которыми не пользуются, но просто посмотреть на элементы того времени можно. Печь, наверное, гигантская, да, или дымоход. Дымоход, наверное, печь.
на один этаж с вами поднимемся. На этом этаже выставка старинных сумочек. Не подобрали себе что-нибудь? Какая вам нравится больше? Сегодня прогулялись, очень много интересных мест в Таллине есть, и продолжим обязательно с вами такие вот экскурсии, небольшие экскурсии по старому городу, по нашему старому любимому Таллину. А сейчас я с вами прощаюсь, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго, хорошего, хорошего настроения, впечатлений, эмоций, мирного неба, и чтобы у вас, у ваших родных было все-все хорошо. До следующего видео, пока-пока!